Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей, вы на канале Old School Gamer. И продолжаю играть в Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Больше недели, мне кажется, не играл, вообще даже не включал. Что-то как-то времени не было и не хотелось по чуть-чуть, хотелось прям, ну, конкретно играть. Надеюсь, сейчас начну и пройду, наконец, эту игру. А пока не начали, сразу небольшой анонс для зрителей канала, для подписчиков. Все пришло, все получил. Лимитная PlayStation 4 японской версии Metal Gear, две коллекционки, японская и европейская, лимитные наушники Metal Gear, коллекционный гайд Metal Gear, 4 фигурки. Практически полный набор, что было по Metal Gear. Еще 4 фигурок и саундтрека у меня не хватает. Буду снимать в ближайшее время. Думаю, в течение недели появятся отдельные анбоксинги, а также полноценный, возможно, даже получасовой обзор всего этого. Анонс сделал, давайте поиграем. Насколько я помню, в прошлый раз я дошел до Африки и остановился на миссии, где нужно было спасти африканского переводчика с африканского языка. Сейчас этим и займемся. Итак, нам дали дейли бонус. Это я уже столько дней их не собирал. Жаль, конечно, но ладно, получим. Что тут у нас? Биологические материалы. Ну ладно, сойдет. Что у нас по миссиям солдат наших? Ну, ничего не закончилось, да, хоть я и не играл. Все эти миссии, они идут только во время, когда я играю. И вот лингва франка. Санс лингва франка. Давайте начнем. Хочется сюжета, не хочу проходить сайды. Центральная Африка. И у нас новый бадди появился — Квайт. Нет, Квайта еще нет, еще не появился. Ну ладно. Ролик был, но Квайт пока мне не доверили на миссии. Окей. Что, с собачкой или девотера посмотрим? Не хочу девотера, хочу с собачкой. Собачка в сникинг-сьюте. Ну, у меня вроде и так все нормально, ничего неохота мне менять. Джип будем брать или пешком пойдем? Давайте джип поменяем на ЗАЗ. На ВАЗик, то бишь. Ну и все, начнем. Давайте с утреца. Прошлая миссия в Африке была ночью. Посмотрим, как Африка выглядит днем. Плохо я так что-то задержался, так ждал эту игру, и в итоге, ну, из-за работы в основном, может, из-за лени, не удалось прям вжарить, пройти с одного захода, уже народ проходит. Все, боюсь нарваться на серьезные спойлеры. Ну, хотя меня ничего не удивит. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Прикольная Африка, леса. Давайте пока глянем айдроид. Вон тут даже джип-то не обязателен, я уже рядом. Поехали, песик. Далеко уехал. Как же не оборвать-то цветочки? Черная морковь какая-то. Сколько ее тут? Все сорву. Все мое. Окей. Блин, прикольно. Давайте хоть в бинокль позырить на грязь. Ох. Красиво.
Ладно, убьем сейчас пару негров. Точнее, усыпим, украдем. Нам нужны рабы на базе. Так, а вот тут какой-то глюк я вижу. Смотрите. Видите? Да. Нормально так глючит. Вот. Дела. Не думал, что игра багованная. Вот такое. Чем это везде, не? Это только вон там. Только вон там, а тут нормально. Так и запишем. Глюки есть. О, нормально, там собака уже нашла уродов. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he receives special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other. The CFA are all business. Hard to believe they're interrogating their own. Situation must be worse than we thought. Make a wrong move, and they could kill the target without warning. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Ладно, со мной собачка, она всех отметит врагов. Блин. Все лежит. Afrikaans is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations. What are you doing? If the interpreter doesn't show up, they won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. Они не знают, в каком смысле. Я их не пойму пока. Так, интерпретера не надо было трогать. Сейчас его разбудим. Или сам проснется. If you run into trouble, give us a call. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms were separate places. Вообще, я тут подумал, надо все эти миссии без техники проходить, а надо вызывать с базы. Ну, так вот бегать до своего джипа каждый раз. Так. Походу нужно, чтобы переводчик докуда-то добрался, что ли, или что? Давайте почитаем, где тут описание миссии. Missions. Да, нужно следить за ним было и найти Вискан. Вайканта. Ну, хотя мне кажется, знаете, я и без этого разберусь, найду. Analysis complete. Тоже мне велика проблема. Analysis complete. Все вроде вон там. Каз, как обычно, недоволен. Но я же Снейк, я босс. Я все сделаю по-своему. Например, украду вот этот желтый джип. А вон там тоже, смотрите. The interpreter didn't know the target's location. He did tell us where the interrogations are conducted, but they won't start before nightfall.
Boss, I did some digging, and it seems the target himself gave us this mission through a representative. Obviously, he couldn't contact us directly due to his predicament, but still, something about this Viscount doesn't add up. Нормально. Как бы они не убили этого заложника, который мне нужен. Уже же был в Афганистане. Опыт такой. Так, я куда-то прибежал уже в край поселения. Ладно, еще в этом доме посмотрим. Ресурсики. Development enemy presence detected. The map has been a prisoner has died. Boss, one of the prisoners has been killed. We don't know if it was a target or not. Hurry up and ID the target. Да. Extraction arrived at the mother base. Пистичок. Development complete. Нигер. Убили залога, твари. Глушитель нашел, это хорошо. О, у меня изобрелся бомбета. Алмазики. Так, окей. Тут вроде все. Тут вроде все. Все же. Сюда мне говорят. Это куда? Не пойму, вон туда. А что я там где-то заложника не нашел? Я ж тут вроде все обшарил. Ну, я тут был уже, нет? Был. Надо вот сюда, значит, к Зибу. О, как-то я упустил столько ценного. Что, алмазик лежит он на полу? Так. Хорошо, что глушак нашел. Оп.
Песик. Погнали. Вози. Вылезай. Придется ползти, видимо. Меня пока нормально не замечает никто. Вон кто-то зырит, не грила. О! Летхаболь! Как так? Enemy presence detected. The map has been updated. Buddy. Наверное, если без рефлекс мода играть будет трудно. На вышке один. По грязи ползем. Блин. Caution, rain approaching. Стой, окей. С вышки видят меня. Опа, чертежи. И разведданные какие-то. Он бежит проверять. Чара, сейчас мы его. И все, нету глушака больше. Вон еще один. Надо его через CQC. Как раз дождь пошел. Посмотрим, как тут под дождем. Блин. Ганфайр. Всех чувачков за вертолете мы вызовем себе. А прям сейчас и вызовем на вертолете. По эндропам Фултон. Так. Вот это плохо. Oh.
А вот и все. Снайперка хороша. Жалко, что без глушителя. Че, в дождь-то они нормально доставляются, не пойму. Не говорят вроде экстракшн фейлов. Окей. Вижу, что тут есть что повзрывать. Это что? Мыша? Ну, собака напугала мышу. Хотел мышу захватить. Мыша. А, вот весь мой лук. У меня GMP уже в минус пошли. Но с другой стороны, раз они идут в минус, значит нечего терять. По миссии это все равно дадут нормально. Поэтому... И пулеметы заберем. Вообще, насколько я помню, я же искал заложника. Блин, в дождь прикольная атмосфера такая. Опа. Тот проснулся, смотрю. Тот проснулся и будет сейчас звонить на базу, видимо. Да, вот сразу их не запутанешь. Пустые клетки, не видно заложника. О, вот эту штуку надо взорвать. Уже на 40 тысяч в долгах. О, музончик. Воруем. Тушай. Not bad. Ух ты, молния прям. Погодные эффекты круто тут сделаны, конечно. И вас заберем. Прибежали тут разведчики. Ну, до 90% дождь. Каждый десятый не будет долетать. Ну ладно, вроде все, что можно, своровал.
А, вон там еще генератор надо им сорвать. Ну и все, давайте проведем разведку. Узнаем, где заложник нужный нам. Ну, вот. Давай, Снейк, сканируй. Эх, хочу чехол для айфона в виде айдроида. Ну, дорого стоит, сука, 25 тысяч. Угу, вот сюда нам, значит, надо. Marker placed. Marker placed. Marker placed. Marker placed. Трубу убили, что ли, там? Опять глушитель нашел. Много тут у африканцев глушаков-то. Блин, ну вон там я был и не нашел там заложника. Походу там был тот, которого убили. О, патрончики. Эй, че, лодки? Лодки. Прикольный песик бежит рядом со мной. Оп, один. Точнее, один враг. Мы сначала кабачки порвем. Extraction arrived at mother base. 17 солдат только своровал. Есть тут чё? Ничего нет. А вот тут. И тут ничего. Чё за какие-то пустые домишки? Analysis complete. You have arrived at your destination. Ты жив? Analysis complete. Mission info has been updated. Очередной какой-то разработчик из Kojima Productions. Thank you, thank you. Не за что. Тебе thank you, что нашел тебя. Еще увидимся, полетели. Солдатика. Пять из семи тасков, ну да, наверняка. Если бы спас бы того заложника, что убили, было бы вообще все забыться. Ух ты, твое болотце. Чем-то мне Assassin's Creed Black Flag напоминает. Локация вот эта. Африканская. Это мне на крышу показывает. Походу вот в этом доме, наверное, был залог, которого убили или что.
где он там был, то где труп. Ладно, можно сюда перепройти любую миссию. Эту закончим. Там еще что-то не собрал. Marker placed. А где Enemy Presence? Да, тут нужен грузовик скорее. Или на Дивокере было бы норм. Тут не был. Это домишки. Жалко, чертежей тут мало лежит. В основном ресурсы везде. Ресурс уже так прилично. А тут вообще ничего нет. Ну и окей. О, ну хоть стол развалился. Что больше такое? Alright, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Wow. Extraction arrived at mother development project has been added. Fulton device какой-то, может. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Да ладно, на S. Крутяк. Я крут. Deo Kojima. Kojima Production. Boss, one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government Uniter rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Интересно, зачем Cypher'у продавать африканцам советские вокер-гиры? Эмблему мне дали какую-то. Элитные солдаты. Ух ты, не грила, а плюс, крутяк. Еще один, на этот раз белый. Просто А. Еще один. 10 ашек. Офигеть. А вы говорите, зачем воровать? Ну и всякая шлепота 12Б. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the Walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your mission list. Давайте посмотрим, что там. Mission List. Footprints of Phantoms.
Нет, давайте сначала выполним какой-нибудь сайт-квестик. Африканский. Не выполнял еще в Африке сайт-квестов. А вот, спасти переводчика как раз. Как раз рядом. Давайте. Переводчик нам будет нужен. Мне казалось, в этой миссии нас спасти переводчика. Какой-то африканский блокпост. Счастье. Вообще надо бы. Сколько тут пятеро? Шестеро. Конечно, тут контейнеры он есть. Как же, чтобы я контейнеры-то не украл. Так я вживую в жизни вижу такие контейнеры своровать хочу. А в игре-то. Уж точно. Вот и все. Все просто. Блин, не своровай. He's coming too. Roger that. Залмазит. Что такое? Заканчиваю парашютик, я слишком мобильный, я ворую. О, ресурсики. О, интересное нашел. Ун ААМ какой-то. И пулемет еще не украл. Все. Прикольно светает, так красиво игра света, тени. Ладно, поехали за переводчиком. We've heard there's an Afrikaans English interpreter operating somewhere in that area. Extraction. If you extract him, it could be plenty useful for us. Тут вообще все просто. Три человека.
Блин, на ходу-то зачем стрелять, не пойму. Вот и все. А вот и переводчик. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction arrived at midbase. 80,000 дали денег. Not bad. Development project is being added. You gotta extract him. Extraction arrived at midbase. Не попал. Прям на сафари себя чувствую. Есть еще рядом сайды какие-нибудь интересные? Не, остальные все. Ну вот это не так далеко, в принципе. Ну не, не будем. Давайте на этом и закончим эту часть прохождения. И в следующей части пройдем следующую сюжетную миссию. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. С вами был Сергей. Увидимся.